И всем привет, уважаемые зрители, это Custom 2030 Minecraft Advent Calendar Opening Day 10. И будем открывать день 10, и этот день 10 находится рядом с головой Стива, то есть вот здесь. И давайте посмотрим, что же я для вас приготовил в этот день. Смотрим и читаем. Это голова и туловище Стива. Так что я еще и сделал для вас Стива. Вот, значит, получается, я сюда еще запендюрил голову и туловище, только... Ах, мне это все вытащить. О, так. Ой, что-то я там уронил. Ладно. Сейчас, значит, сейчас я вам все покажу, ребята. Голова не высовывается. Вот, но она должна высунуться. Она должна. Вот, все, она высунулась. Все, брависсимо. Мусор в сторону. Сейчас, уважаемые зрители, тут еще где-то мусор. Вот, значит, вот такая вот голова. Вот, немножко снял, ничего страшного. Вот, и туловище. И вы спросите, для чего это, а это, чтобы соединить, то есть как и скрипером. В этом календаре я решил делать вот так, то есть все скреплять. Сейчас вы увидите, как это все выглядит. Мне главное вставить туловище, прикрепить, блин. Сейчас, ребята, сейчас я понимаю, что я заставляю вас ждать много времени, но еще это не суется. О, да. Так, сунул, и мне еще... И вот получился Стив. Так что я решил поставить паузу, и вот такой вот Стив получился. Вот, так что немножко кривовато, я потом подкорректирую. Вот, вот так вот выглядит, и я еще сделаю здесь, как я, ну, для вас еще делал, чтобы руки всунулись, ноги, так что все будет обалденно. Вот, так что сегодня я получил еще Стива. Куда мы его поставим? Поставим его где домик. Вот, так что надеюсь, вам Стив понравился. Вот, так что ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. Все, всем пока.